те поправки, которые, предположительно, должны вступить, они касаются прежде всего единых целей, задач в системе образования и образования через всю жизнь. Да? То есть сейчас нам очень нужны специалисты, востребованные, качественные, которые будут развивать нашу промышленность, нашу науку. И пожалуй, единственным как раз направлением является образование через всю жизнь с использованием как раз цифровых технологий. Но это очень хорошо вяжется с теми изменениями, которые закреплены сейчас в проекте Конституции. Это гарантия экономических каких-то основ, да, экономической безопасности. То есть здесь как раз вот прослеживается очень хорошо единая структура по обеспечению государством, начиная от социального блока и заканчивая экономическим.